Подготовка к всекубанскому субботнику идет полным ходом. За 2 месяца Анапа в прямом смысле расцвела. Появились новые клумбы и палисадники. Из парков были вывезены сухие ветки и высажены новые деревья. Свой вклад внесли и коммунальные службы. Они перешли на усиленный режим работы. На сегодняшний день посажено около 500 деревьев. Посажено кустарников около 300. Газонов засеяно тоже 2000 квадратных метров. Очищено от мусора эти площади, парки, скверы, кладбища 728 тысяч квадратных метров. Значит, отремонтировано тротуаров около 150 квадратных метров. Установлено урн для сбора мусора в местах общего пользования, порядка 30 новых урн было установлено. Ликвидировано стихийных свалок 17 штук полностью по территории муниципального образования Корт-Кортенапа. Ну и также в рамках, да, вот этого двухмесячника также было восстановлено уличное освещение, вывезено отходов мусора порядка 170 кубических метров. Запланировано посадить деревья, кустарники, засеять газоны, посадить цветники, очистить мусор от территорий, площадей, парков, скверов, кладбищ. В рамках этого субботника, который будет проведен 8 апреля, все подведомственные учреждения, управления, администрации будут задействованы в этом мероприятии. Однако, по мнению городских коммунальщиков, многое зависит и от самих жителей. Благоустройство и озеленение нашего города – дело общее. Мы всех жителей неравнодушных приглашаем 8 апреля принять участие в Всекубанском субботнике, навести порядок в придомовых территориях, парках, скверах тоже выходить. В общем, принять участие.